Журналисты будут судить за демонстрирование свастики. Волжский районный суд рассмотрит дело сотрудника общественного мнения Сергея Вилкова. Напомню, журналист размещал на своих страничках в соцсетях коллажи со свастикой, призывы разгромить посольство России в Украине и линчевать российского посла. На недопустимость подобных действий обратил внимание председатель общественной палаты области Александр Ландо. Он обратился в правоохранительные органы, и полиция начала административное расследование. Производство заведено по статье «Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики». Дата рассмотрения дела в ближайшее время будет озвучена. Для России, для каждого нашего жителя, да и я думаю, что для всей мировой общественности, все, что связано с фашизмом, это просто действительно должно быть вето с точки зрения изображения фашистской символики.